Я люблю гулять в садике. И бегать, и прыгать. Я люблю самую вкусную еду – рыбу. У меня в садике много друзей. С момента открытия филиала Ясли Сада номер 73 прошло чуть более полугода. Но каждый из маленьких воспитанников уже привязался к этому уютному месту детям и воспитателям. Учреждение встроено в жилой дом, а потому для некоторых родителей отвезти ребенка в садик означает буквально спуститься на несколько этажей по лестнице. Живем в этом доме, нам очень удобно сюда приводить, как бы близко, по времени вообще никуда не ездить, никуда не идти, вообще быстренько, очень хорошо. Воспитатели у нас очень ответственные, хорошо за детками следят, ну, заметно по ним, что они очень довольны. Такие сады нужны, это очень спасает людей, что не нужно возить в две разные точки, по сути говоря. Кто-то работает же, может, на одном краю, а возит ребенка на второй. Район молодой на самом-то деле, и много детей. И нужно эти сады, просто нужны, необходимы нам всем. Удобство расположения – это безусловный, но не единственный плюс. Здесь трудятся все те же замечательные, опытные специалисты из основного учреждения Ясли Сада номер 73. Из него же сюда доставляют горячее питание на автомобиле, подаренном губернатором области Юрием Шулейко. А новая материальная база дает широкие возможности от проведения различных праздников до развития физической активности и творческого начала. По пришествии уже полгода можно сказать о результатах работы и о том, что мы сейчас действительно ощущаем с добавлением филиала к дошкольному учреждению. Тут сотрудники не закреплены как постоянные работники филиала, это все сотрудники дошкольного учреждения 73. Вот тут вот очень удобно в плане преемственности учитель-дефектолог, педагог-психолог, заместитель заведующий по основной деятельности и педагоги высшей первой категории, опытные педагоги, для того, чтобы наладить работу, чтобы родители не почувствовали, что это новое дошкольное учреждение, что здесь работают молодые специалисты. То есть это одно неразрывно целое, только 300 метров нас разделяет. По оснащению материально-технической базы мы делали все возможное, чтобы ничем филиал не отличался от обычного дошкольного учреждения. На данный момент в филиале числится 30 многодетных семей. Всего здесь 4 группы, которые посещают 98 воспитанников. Немаловажным моментом является наличие оборудованного кабинета, где под руководством специалиста проводятся занятия по коррекции речи. Пила. Молодец. Дидактические игры и различные пособия помогают сделать процесс увлекательным и максимально эффективным. В нашем саду есть коррекционный пункт, в котором работает учитель-дефектолог, это я. Работа моя заключается в том, чтобы выявить детей с нарушениями речи, оказать им коррекционно-педагогическую помощь и выпустить детей в массовую школу без нарушения речи. Также я провожу консультативную работу с родителями по вопросам речевого развития детей. Сотрудники филиала прилагают все усилия для того, чтобы помочь многостороннему и гармоничному развитию маленькой личности. Создают домашний уют и комфортную психологическую атмосферу. А шаговая доступность – несомненный бонус для каждого родителя. Первые полгода показали высокую востребованность дошкольного учреждения и положительные отклики о его работе. А значит, первый успешный эксперимент, встроенный детский сад, наверняка получит свое продолжение.